Давай, давай, мне сюда. Давай сюда, сюда, сюда. Мне, 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 мне. Давай, 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 давай. Мне, мне. Мне, 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 мне. Давайте по-честному. Че по-честному? Он даже ни разу не поймал. Слышь, не поймал. Это ты у нас косой. А я уже словил 3 раза. Так, мальчики, спокойно. Вы уже надоели сегодня ссориться. Кто ссорится? На, лови, Ксюш. Давай мне! Слышь, что здесь, широкий, что ли, самый? Ну, типа, да, а что? Да ничего, мы вообще с Ксюшей приехали, а тебя так взяли за компанию. Не забыл? Мальчики, ну вы чего, вы ловите или нет? Да, ловим! Короче, блин, вы достали, уже кто-нибудь поймайте. Да! Я так и знал, что этот лузер не поймает. Да я тебе просто дал чуть поиграть. Так-то я закрытыми глазами на лету одной рукой поймаю. Ну давай, лови. Я сейчас максимально далеко его закину. Да что ты там закинешь? Давай. Еще, еще дальше. Эй, Алекс, ну все, успокойся. Да ты до сюда хотя бы докинь. Ну все, лови пушку. Видал, как полетело? Ну и куда ты ее кинул? Ты ж там хвастался, что поймаешь ее из дальнего расстояния. Ну так иди ищи ее. Обалдеть. Суть игры в том, чтобы друг другу кидать, а не как можно дальше. Никит, да ладно, ну что ты? Ну я правда первый раз видела, чтобы так далеко закинули. Я бы дальше мог раз 5, просто я играю по-нормальному. Да-да-да, давай, рассказывай, лузер. Мальчик. Да кого ты лузер? Так-так-так-так, брейк, вы чего? Я сама схожу, хорошо. Я бы не пошел. Пошел бы, как миленький. Никогда. И пока я ищу, пожалуйста, не поубивайте друг друга, я вас очень прошу. Ой, да кому он нужен? Я даже руки не буду об него марать. Ты меня недооцениваешь. Блин, да где этот фрисби дурацкий? Это что? Мальчики! 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 Там такое! Мальчики! Там такое нашла! Офигеете! Тихо, ты не тараторь, что случилось? Я, короче, пошла за фрисби туда, и там увидела огромное заброшенное здание. И чё? А фрисби-то где? Там, наверное, я просто... Короче, испугалась. Ну да, испугалась, конечно. Там какой-то силуэт мужчины черный такой, и я сюда побежала от страха. Понятно. Фильмов, что ли, смотрелась? Ужастиков? Нет, ты чё, я ужастики не смотрю. Короче, понятно. Я сам сейчас туда схожу, а вы, девочки, здесь оставайтесь, понесу ваш фрисби. Алекс, ты чё там опасно? Кто тут девочки? Вы. Это я сейчас туда пойду, найду этот фрисби и с мужиком с этим разберусь, если надо. Мальчики, да вы не понимаете, я реально вам не вру, там какой-то силуэт. Да хоть 3 силуэта, я любому наваляю. Это я любому наваляю. А я тебе наваляю. Ты, кстати, смотри, аккуратно, я там наваливать буду, когда... Мальчики, мальчики, нет, а давайте я билет в кино куплю, и мы туда не пойдем, ну, на заброшку. В кино? Да-да-да, в кино, там как раз скоро новый фильм выйдет, Чижик-пыжик, слышали? Чижик... Пыжик что? Ой, он же необразованный, кому ты говоришь? Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке воду пил. Да-да-да-да-да, это птичка такая. Ей в Петербурге памятник поставили, и она исполняет желание. Его там еще бандиты похитили. Это крутой фильм. Ну так а я про что? Крутой фильм, говорите? Да, реально, посмотри трейлер. Только мы пойдем все вместе, если вы вдвоем не будете ссориться. Привет, я Хабиб. Не пропусти новый фильм «Чижик-пыжик возвращается». Тебя ждут расследования на 1 000 000 лайков. Оу, я же его знаю, это же Хабиб. Угу, у него там новая песня будет. О, кстати, а вот сам «Чижик-пыжик». На постамент монеткой попадешь, желание сбудется. Даешь движуху! А, стоп, так он же 31 августа выходит. Я на него и сам вам билеты куплю. Сейчас пойду пока лучше разберусь с человечком. Это я разберусь. А, мальчики, а может еще раз трейлер посмотрим? Ой, да ладно, оставайся здесь. Я разберусь. Я разберусь. Я. Нет, здесь одна я точно не останусь. Тем более их вдвоем оставлять уж точно нельзя. Эй, стоп, подождите меня. Где там говоришь? Нам налево. Вот этот темный лес? Отлично, я туда и хотел. Я посерединке. Ну... Куда и... дальше? Ну, тут было. Ксюш, ты же говорила, здесь заброшка, мужик. Я вам клянусь, это прямо здесь было, но мне же это не приснилось. Ксюш, ну это же лес, он же не маленький. Ага, я вам говорю, вот здесь стояло огромное 2-этажное здание, и на 2-м этаже был силуэт мужика. Все понятно, нам хом надышалось. Погнали. Пойдем обратно. Никит, это ты надышался? Ну почему вы мне не верите? Ой, пошли уже на пляж. Придется новую тарелку покупать. Так, стоп. Чего? А пляж-то где?
Боже, мы уже заблудились. Фу, какой здесь странный запах. Так, подождите, мы же пришли оттуда, туда. Боже, только не говорите, что мы заблудились. Так как вообще можно было заблудиться? Вон пляж был, по крайней мере. Вот лес. Был и сплыл. Понятно, пойдемте обратно выход искать. Ребят, по-моему, вон там какое-то здание. А, так вот пляж. Мы с другой стороны вышли. Ага. Ну да. Стоп. Ребят. Чё? Это не здание пляжа. А чё это? Это та заброшка. Ну отлично, значит за ней пляж. Подождите меня. Так, это заброшка, значит там где-то пляж. Стойте, это не та заброшка. В смысле не та заброшка? Здесь чё, куча заброшек? Да я откуда знаю, но это точно не та, там была другая. Ерунду не городи. Заброшка, значит там где-то пляж. Я даже слышу воду. Испугалась? О, смотрите, портфельчик детский. Мне здесь не нравится. Алекс, Алекс, ты идешь? Да, 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 иду. Алекс, испугался что ли? Слышь, я тебя сейчас в этих борщевиках утоплю. Это лопухи. А, да? Нет, это борщевик. Да блин, где уже этот пляж? Я откуда знаю? Это ты нас куда-то завела. Это ты нас куда-то завел, ты же первый идешь. Почему вообще так долго ходим? Мы с пляжа за 2 секунды вышли. Мы опять пришли на ту заброшку. Уточка, значит, пляж близко. Ну да. Так, стоп. По-моему, мы здесь уже были. Да не по-моему, мы здесь точно были. А как так? Мы же все время прямо шли. Ребят, что-то уже темнеет, их прохладно становится. Так день устроен. Не нуди, сейчас выберемся. Я пить хочу. Короче, погнали, просто прямо не сворачивать. Ты знаешь, конечно, нас Алекс ведет. Мушки еще дурацкие. Так, стоп. Мы здесь определенно точно были. Да, я помню этот портфель. Я его тоже помню. Ну и что, сделали круг вокруг здания. Какой круг? Мы же шли все время прямо. Но мы шли за Алексом. У Алекса косит его чуть-чуть. Слышь, косит. Мы заблудились, реально заблудились. Не хотелось бы соглашаться с Алексом, но он реально прав сейчас. И что предлагаете, палатку здесь разбить, заночевать здесь? Да какую палатку, умник? Давай сейчас по карте просто посмотрю. Черт, здесь связи нет. Неудивительно. Нафига мы ради этой тарелки, это еще вообще сюда пошли? Ну да, вообще-то дурацкая идея была. Чего? Да это вообще мы здесь из-за вас. Я говорила, не нужно сюда идти. Черт. Я же вам говорила, что здесь что-то происходит странное. Короче, погнали отсюда. Стойте, куда идти-то? Мы не знаем, где мы вообще. Лес этот дурацкий, выбраться отсюда невозможно. Еще связи нет, и скоро дождь начнется, и вообще скоро ночь. Ну и что вы предлагаете, здесь оставаться? Нет, я здесь не останусь. Ну понятно, струсил. Так я и думал. Че? Я струсил? Ты не на того напал. Короче, я предлагаю вообще вначале пойти разобраться с этим мужиком, про который ты говорила, и зато спросить, может узнать дорогу назад. Ну, естественно, пойдут самые смелые только, а те, кто боятся, могут здесь остаться. Стой. Я с тобой, Никит. Я иду первый. Алекс, ну не надо. Давайте. Нет, я иду первый. Мальчики, ну это сейчас точно не самое лучшее время, чтобы спорить. Вы можете хотя бы один раз в жизни меня послушать и не идти туда? Ой, да нам-то чё? Мы не боимся. Назад, назад. Блин, что это было? Ты что говорила? Да что говорила, это я просто не ожидал. Короче, мне все это достало, пойдем сейчас просто и разберемся. Вот именно. Да я вообще уверен, что это какие-то маленькие дети прикалываются. Детишки, лучше уходите, взрослые дяди идут. Мальчики, меня забыли. Давай, быстрей, быстрей. Ну какой быстрее? Как вы меня сегодня раздражаете? Ой, ай, а вы где? Ребят. Смешно? Все, ладно, погнали. Они со второго этажа кидали. Нам нужно наверх. Дядя со второго этажа! Да какой дядя? Это просто обычные дети, которые играли на пляже, понимаешь? Какие дети? Я тебе говорю, я мужика видела. Ой, ты видела детей сейчас? Вот такие тоже. А ты видела ребенка, который вот такую палку кинет? Короче, все, стоп, пошли. Дети, мужик, неважно. Просто пойдем и разберемся. Вот именно, мы сейчас разберемся с ними. Какая огромная комната здесь. Интересно, что здесь было раньше? Видимо, ЗАГС, Юля плюс Паша равно любовь. Не, на самом деле больше похоже на какую-то школьную столовку. Ну, плитка. Короче, погнали. Ксюша плюс.
О, да, это школьная столовка. О. Вот окно выдачи. А, реально. Видимо, здесь была кухня. Или здесь заказы перенимали. Я поняла. Пацаны, это заброшенный детский лагерь. Я ему говорю 100%. Ну, возможно, и заброшенный детский лагерь. Да, как раз да. Рядом с пляжем. И здесь несколько зданий. Это получается, у нас не детишки кидали, а призраки детей этого лагеря. Чё? Никит, хватит всякую ерунду говорить. Как же вы много болтаете. Я нашел лестницу. Никит. Пошли. Не самое надежное место, конечно. Конечно, мы туда идем. Аккуратно, здесь нет перил. Аккуратно, здесь нет лестницы. Ой, это что за окно? Может, это телевизор был? Такой низкий порог для детей. О, я нашел оранжерею. Здесь, наверное, раньше клумбы были. Мини-теплица. Смотрите. Крипово. Это очень круто выглядит. Он такой гигантский. Он как будто бесконечный. Осталось всего лишь выяснить, в какой из этих миллионов комнат был тот самый мужик. В этой? Ну да, кидал он точно отсюда. Значит, он сейчас может откуда-то выскочить. Например, сзади. Пусть только попробует выскочить. Он у меня гребет. А гребун, иди давай. Алекс, я, конечно, понимаю, что ты очень крутой, но только не убей нас этой палкой. Почему здесь крыша? Это не крыша, это окна, индюк. А здесь откуда-то капает, но дырки нет. Я баллончик нашел. Я бы тебе не советовал здесь что-то брать в руки. Подожди, это же прикольно. О-о-о. Прикольно. Что ты пишешь? Здесь был Никита. Нифига, здесь был Алекс. Я первый исследовал эту локацию, я первый в нее зашел. Поэтому здесь должно быть мое имя. Ничего не знаю. Мальчики, вы вообще не о том думаете. Вы помните, что мы до сих пор здесь не одни? Да помним мы, подождут твои дети. Да какие дети, я же говорю, здесь мужик был. Вы до сих пор мне не верите. Здесь был Алекс. Эй! Да, да, да. Отдай! Да. Боже, детский сад. Черт. Кстати, детский сад! Вдруг это не лагерь заброшенный, а детский садик старый? Какая разница, что это? Пошли! Большая, здесь... садик и детский сад – это разные вещи. Чего ты сейчас сказал? Да все, иди уже, тебе лишь бы... Че это? Че за запах? Я его чувствовал еще, когда мы сюда подходили. Это запах твоего страха. Че, обделался? Я? Да я ему говорю, растением каким-то пахнет. Может, мхом? Эй, стойте! Че там? Я нашел этот, ванную комнату. Фу. Вы где? Не уходите от меня. Я не то чтобы боюсь, просто не уходите. Смотри, там еще один корпус. Испугался просто, Алекс страшный. Я говорю, смотри, еще один корпус. Значит, детский сад. Там воспитатели жили, а здесь дети. По-твоему, воспитатели живут в детском садике? Это было очень давно. Раньше, возможно, так делали. Гений. А вы не хотите поставить что внизу? Нет, я туда в жизни не спущусь. Конечно, никто из вас не спустится. Чего? Ты меня взял на слабо? Да тебе и брать не надо, тебе и так слабо. Алекс, со своей палкой, блин. Ладно, не пойдем туда, все-таки сверху кидали. О, еще один корпус большой. Это, наверное, актовый зал. Здесь, возможно, дети стихи рассказывали. А может быть, это раньше была спальня? Да, да, и еще один этот санузел. Да, короче, нет здесь никого, все сбежали. Увидели меня с палкой и все, драпанули. А может, это был просто призрак? А, так ты это, ненормальная? Да, Никита, блин, я реально видела в передаче, что есть такие призраки, которые могут даже предметы перемещать. Да, кстати, я тоже слышал, фантомные призраки вроде называются. Эти передачи на таких, как вы, и держатся. Если бы не вы, их бы никто не смотрел, потому что это все неправда. Я ему точно сегодня наваляю. Успокойся. А это что такое? Петарда? Погнали. Мне здесь все меньше и меньше нравится. То есть тебе это здесь до этого нравилось? Ну, не то чтобы, но как-то как будто бы было приятней. Я не пойму, это какое-то место. Класс. У меня ощущение, что мы опять ходим кругами. Точно такие же залы. О, боже, я испугалась. Ну, мы дошли до конца. За нами как будто бы наблюдают. У вас есть такое ощущение? Да, смотри, вон еще. Класс. Ну, мы прошли все здание, что теперь? Ну, видимо, он убежал здесь, видишь? Можно идти домой. Петля. На окне петля. Зачем вы ищете всякие вот эти сигналы, какие-то леты? Здесь ничего страшного. Петля для того, чтобы окна вешать. Раньше не было никаких фиксаторов. Боже, вы такие, конечно. Так, все, короче, здесь нечего ловить, все, пошли. Погнали. Сюда! Лестница здесь! Стоп!
Подождите. Бежим, бежим. Я же... Туда, подождите. Я же вам говорила. Я говорила, а вы мне не верили. Я понял, что ты говорила. Все, иди, иди, быстрее. Мне страшно, здесь темно, ничего не видно. Никит! Никит, ты где? Никит! Никит, ты где? Где Никита? Короче, стой здесь. По-моему, побежал туда. Я сейчас вернусь. Что стой здесь. Только быстро, ладно? Черт. Эй! Эй! Где ты? Хорош меня пугать! Ну, давай! Где ты? Выходи! Куда ты пропал? Где ты? Эй! Черт! А где они, блин? Не самое лучшее место, чтобы оставить меня одну. Не, не подходите ко мне! Не подходите! Нога! Не трогай меня! Отстань! Эй! Лузер! Да здесь, здесь я. Фух, я не понял, где Ксюша? Она там, она осталась там. Фига ты ее одну там оставил? Я что, знал? Я просто на панике сказал, стой здесь, я пошел искать тебя. Блин, погнали за ней. Нет, нет, пожалуйста, не надо, не надо, не надо. Ну и где она? Там, я оставил ее там. Додумался, блин, умник. А что мне еще надо было делать в такой ситуации, куда ты ушел? Ну, с собой взять, например. А вдруг со мной небезопасно? Здесь. Я оставил ее Ксюша. Здесь. Ну, может, она здесь. Ксюш, Ксюша. Ксюша! Молодец, блин, герой, оставил девочку одну. Я же сказал, что хотел найти тебя. Мог бы и спасибо сказать. Спасибо. Ну, вряд ли она туда пошла. Эй, а что это там? Где? Ее портфель, что ли? Который она нашла. Че ты стоишь, побежали. Куда? Это он. Ксюша! Нафига она вообще сюда пошла? Не могла на месте стоять. Ты уверен, что она сама пошла? Не знаю, уже не уверен. Черт! Что там? Это точно детский лагерь? Ну, судя по дневнику, да. А вот насчет пистолета я не уверен. Я думаю, это нам пригодится. Он рабочий вообще? Да, я проверю. Ты что, разбираешься, типа? О! Ты нафига это сделал, если кого-то привлечешь? Не парься, все нормально. Я поставил на предохранитель. Все, ладно, пусть будет у тебя. Слушай, это записка какой-то девочки. Наш отряд открыл смену номер 2, но я все еще ни с кем не подружилась. Очень жаль. Ты что, реально собрался все это читать? Надо понять, что здесь произошло. Отряд назвали «Ромашки». Мало ли, это рюкзак тоже какого-то человека, который потерялся здесь. Ого. Ребята из другого отряда рассказывали про какого-то лесника, что он якобы ворует детей. Но я в это не верю. Тут есть рация? Тут есть еще и лесник какой-то, который детей ворует. Ладно, вчера... Спасите! Стой, 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 стой! Ты чего? Ты так взял, побежал? Может быть, это какая-то ловушка? Какая ловушка? А где она сейчас? Смотри, ее нету! Короче, держи рацию. Ты сейчас пойдешь, зайдешь на второй этаж, а я пойду обойду. Нет, так не пойдет. Ты пойдешь в здание, а я обойду. У тебя оружие. Ладно, будь на связи. Хорошо. Прием, прием. Держи связь. Слышишь меня? Слышу. Отлично, будь на связи. Хорошо, буду. Нафиг мне дневник. Ладно, возьмем улики. Сходили, блин, на пляж отдохнуть. Офигеть. Эй, есть кто? Где же ты? Думаешь, я тебя боюсь? У меня с собой пистолет. Эй! Где же ты? Что здесь происходит? Эй, если за мной кто-то сейчас наблюдает, у меня пистолет. И вообще, я с полиции. Блин, какая чушь. Я же не с полиции. Эй, Ксюша, я здесь. Крикни еще раз, пожалуйста. Это я, Алекс. Эй. Эй. Ксюша, это я, Алекс.
Где же ты? Чёртово окно. Ксюша? Алекс! Ксюша! Алекс! Ксюша, Ксюша! Алекс, сзади! Алекс, блин! А, прием! Не слышно ничего! Пляж? Я нашел! Ребят, я нашел! Ребят, я нашел выход на пляж! Черт! Эй, помогите! Эй, помогите! Блин, там два человека на заброшке. Черт, никого нету. Так, нужно идти назад. Уже темнеет. Главное не забыть выход. Точно. Буду оставлять метки, где я был, чтобы потом вернуться по ним назад. Ага, ребята, я иду. Черт. Нет, не трогайте его, он правда хороший, он не хотел делать ничего плохого. Нет, не надо, он хороший, правда, он не хотел делать ничего плохого. Нет, Алекс, не надо, не трогай его. В смысле не трогай, он пытался тебя убить. Нет, он не хотел, он защищал, он просто увидел у тебя пистолет и испугался. Не надо. Что, серьезно? Ну да, видишь, я целая. Он правда меня не трогал. А чем тогда лицо скрывает? Кто это? Это местный лесник. Он здесь охраняет местность. Он смотрит, чтобы здесь дети не хулиганили, не бегали, никто никому зла не причинил. Он здесь очень давно. Так а лицо он-то что скрывает? Ой, да больно надо. Да я не знаю, но может быть он просто страшненький. А вот и это место. Может, работает? Прием, Алекс. Алекс, слышишь меня? Блин, черт. Так, стоп. На всякий случай. Ребят, я уже иду. Опа, портфель. Эй, ребят, вы целы? Блин, была не была. Я справлюсь. Так, все, короче, валим отсюда, нам еще Никиту надо найти. Че тебе надо? Он говорит, что нам так просто отсюда не выбраться. Сейчас здесь цветет опасное растение, которое запахом дурманит разум. И нам отсюда не уйти. А, так вот почему мы в первый раз так заблудились. Ты сможешь попросить его помочь нам? Ты можешь нам помочь? А-а-а. Ребята, я его поймал, бегите быстрее! Не трогай его! Ну, в смысле не трогай? Ой, это же монет, который замёрз в лесу! Он еще и с папой! Алекс, что стоишь? Хватай его! Никит. Как бы он... Это лесник, который хочет нам помочь. Да. Реально? Да. Извините. А что со связью? Чего не искали? Никит, так еще в самом начале же мы узнали, что здесь нет связи. А-а-а. Ладно, Никит, пойдем. Он пообещал, что нас отсюда выведет. Да, не надо. Я сам нас выведу. Я по всему лесу кучу листков разбросал. Просто назад по ним и вернемся. А че он злится? Так он же лесник. Он за природу. Валим. Блин, не тот выход. Никита! Я не знаю, куда здесь бежать. Мы сейчас из-за тебя здесь на всю ночь останемся. Давайте туда. Придурок. Пляж. Мы выбрались. Он точно за нами не гонится? Нет. Пацаны, одна маленькая к вам просьба. Давайте договоримся, что мы с вами больше никогда в жизни не будем играть в фрисби. Согласен. И больше не будем ходить в леса. И заброшки. Да. Пойдемте искупаемся. Ну только сначала поедим, ладно? Я, кстати, безумно проголодался. Я тоже. Поспорим, я больше тебя съем? Поверьте, я съем больше вас вместе взятых. Мальчики, ну вы опять...